Досрочное голосование на Ямале идет к завершению. В выборе президента России уже определились 20 204 избирателя. Это 57% от общего числа запланированных охватить досрочным голосованием. Районы-лидеры – Шурышкарский, Ямальский и Надымский. 635 тысяч квадратных метров ветхого и аварийного жилья должны ликвидировать в округе до 2025 года. Новые квартиры получат почти 17 тысяч семей. Региональную программу утвердят до 1 июня. Сейчас идет корректировка данных по всем муниципалитетам. Магнитная буря возмутит жителей Севера в ближайшие дни. Она связана с очередным выбросом плазмы в межпланетное пространство из-за появившейся на Солнце корональной дыры. Геомагнитная буря вызовет полярные сияния.